Семен Шаляпин учится в 5 классе казачьей направленности. Благодаря своим лидерским навыкам стал командиром отряда. По словам Семена, его одноклассники занимаются спортом, ответственно подходят к поручениям и никогда не подводят. Выступление этих ребят сегодня было одним из лучших. Мы готовились каждый день, можно сказать, помаленьку, но готовились. Пели песню, выбирали долго песню, выбрали песню «Приуныли казачата», потому что подходит к нашему строю. Военно-спортивные мероприятия с каждым годом становятся все более массовыми. В рамках патриотического месячника анапские ребята уже продемонстрировали навыки пулевой стрельбы, проявили себя в военизированной эстафете и силовом спорте. Сегодня завершающий этап. Они покажут свою строевую выучку, как они ходят строевым маршем с отданием войска чести, как они исполняют строевую песню. Все ребята готовились. Если мы даже сейчас посмотрим на отряды, каждый старался подготовить свою форму. Есть ребята, которые хотят связать свою жизнь в дальнейшем со службой в вооруженных силах. Это пойти в военное училище или по другим стопам по военной линии. Поэтому они стараются участвовать во всех мероприятиях. Поэтому очень много лиц, которые участвуют во всех мероприятиях. Также мы видим много девочек, потому что не только ребятам, а и девочкам интересно. Движение строевым шагом и исполнение песни оценивали действующие военнослужащие, а также ветераны вооруженных сил и боевых действий. Лучшую строевую подготовку показали казачата из 18-й общеобразовательной школы. За ними следует первый отряд кадетской школы, бронза у юноармейцев из школы номер 7. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.